Вот кто это? Киборг, помноженный на вечность. Так вот, терминатор, выбежавший из джунглей. Здорово, ребят, здорово. Чё, погнали, лаба, у меня там это, чё у меня там? У меня пятая бронеплита, баллистическая маска. Что не спишь? Тебе в школу через пару часов. Я прогуливаю, я бэтбой. О, хрена пинг, у меня без пинга серваки стоят. Ебать, мне чё, фуловую лабу с утра нашло? Да, смотрите, маска спасла. Меня спасла маска. Ты чё, пёс? Ёб твою мать! Ебать, их там сколько в пати? Очень много в пати, по-моему. Тебе пизда, блядь, ты понял нахуй? Бля, потная лаба, это последние двое, я уверен. Вот этих если убиваю, все, победа. Их трое, блять, а не двое. Пизда. Пиздец. Их еще, блять, трое. Я думал, я одного забираю, а второй пока, ну, гранату убирает, достает оружие, второго изи добиваю. А там, блядь, третий придурок сидит. Ты охуел, блядь? Ты умирать будешь сегодня? Ебать, а лут будет на карте вообще? Бля, лута нет, ребят. Да, это бронемаска 4 класс лица. Бля, лута нет, ребят. Лабы пустые. Да. И пишет, лабы пустые, и тут же я видюху в компе нахожу. Ебаный Санта на лабе. Так это он, походу, и пооткрывал тут все двери. Оу, лаба без ледух. И я влюбился в нее. Что же мне делать? Оу, лаба без ледух. Сука, все, лабу разъебал, еще и Деда Мороза разъебал. Причесал шваль новогоднюю. Я верю, что там была ледуха, я вам верю, но я вам не верю. Серверки убрали спаун ледух, поэтому я там даже не чекал. О, кстати, Дед Мороз считается боссом. Видите, сразу в голову ебашит. Сука! Ебла, надо было хилить ее сразу. Ой, тупой, блядь, дебил. Эпицентр советую выучить подземку через... Через подземку советую по эпицентру ходить. Бля, как же охуенно иметь четвертую маску, но не иметь головы. Бля, есть там, есть. Это чевок, что ли? Блять!
конченые. Фу, да ну нахуй. Ебать, рейс. Вот и экзит кемперы, да. Но переодеваться и идти на другую локацию как-то вот не камильфо. Куда я гроб тут дену? Куда я все это дену? Как будто надо играть лабу, пока я не сдохну. Ебать, лаба нищая просто. Что за помойка? Вот. За вот эту бы штуку полчата душу бы продали. ГПС на разведочку. Чтобы Дикус 3 минуты кдшился. Ать. Ах ты шлюш, я дочь, блять. Кстати, забыл, что я поменялся на тридцатник и пикал его. У меня там патрона вообще хурма оставалась. А я думал, что я с барабаном. Ну, вообще-то валтинг. Ну ладно. Ебаная шлюха слева без звука ходила. Ой, кайф, заспавнила просто идеально. Бля, гофру я походу не найду, зато налутался тут уже на лям почти. Пать, это что за подкрученный маяк? Вот, как раз место для гофры осталось. Вон она! Вот. Вот так. А те там ходят на этот базу отступников, кишки надрывают. Вот, папа Джованни, учитесь, как надо лутаться. Звонил монтажер недавно, говорит, на Новый год ты ему подарил миску из глины. Это правда? Это чистейшая, не побоюсь этого слова, ложь. У него была золотая миска, на Новый год я еще подарил стразики. Кстати, тут бот есть. Нам надо боты в Пайнвуде, если кто-то забыл. Надо эту шваль отработать. Вчера у Дистракта на стриме был. Он говорит, что спаун боссов 10%. Я такой сижу и думаю, ебать, это 10%? Мне кажется, это 0.10% спаун боссов. Братишка, дай джефон. Не будь жопичем. Мгась. Я хочу найти G-Phone. Где мой G-Phone? Никто не уйдет с этой локации, пока у меня не будет G-Phone. Вот эта труба-мжа точно даст мне G-Phone. Не подведи, братик. Ну что это, блядь? Ну, блядь, за такое предательство держи. Владыка, шляпа, дака-дыка. На-ка, хапни. Раскумарся, родной. Короче, продолжу я, наверное, делать эту вонючую подставу, как бы мне этого не хотелось. С Новым годом! Если бы не донат, я бы его, возможно, слышал. А там ведь дырка вроде, да, есть? Он вторичку достал. Брус. Ля, какой у него ПМ интересненький. Mercedes-Benz, спасибо большое за 1000, спасибо, с Новым годом, бро. Желаю тебе успехов, счастья, здоровья, любви, благополучия, крепкой земли, мирного неба, тепла, добра, позитива, настроения, нормальной температуры, ветра не сильного, дождя поменьше, если надо побольше, конечно. Урожай там, чтоб не горело ничего. Что ты за шлюш, я, блядь, отродье, сука? Извинись и покайся. А, в него ничего не регнуло, кстати. В него фул не регнуло, вот чё, не умер. Или подожди. А, не, их двое было, я одного убил всё-таки. Не, ну за один трай 2 килла делать, это норм. Квесты подстава, это норм. Рошала! Рошала есть в рейде! Рошала!
Сукин ты сын. Вылазь, выходи драться. Бля, вот бы он был бы в общаге у меня здесь. Блять, сука, тут что-то мешает. Там переступить не могу. Тут оружие задирается. Мне сейчас нервный тик нахуй будет. Блин, блять, господа, решала на заправку. Или на дренажке. Или это гуны вообще. Блять, он с этим стоном так сваливался вниз. Типа он уже устал падать с этой лестницы. Такой, ааа, я устал уже это делать. Это мой рюкзак. Этот бот нашел мой рюкзак, забрал. Дед Мороз это босс, объясните жижу уже. Ааа, ну да. У меня просто уебище на Деде Морозе заспомнилось. Ой, серьезно, вот сейчас серьезно, это не рейд, а кусок дерьма. Что-то мне напоминает этот спам. Бля, вот первую, если не попадаешь, так тяжело становится дальше. Совладать с этой брычкой. Он только даже в полысевшем кусте спрятался. Да, блять, вообще лютых актеров. Их-то вообще лютых актеров накидало в рейд. Это 31 левел, ебать, серьезно? Ледорубом. Дальше с первой прилетает в ебало префом. Сука, они просто ебать неиграбельный хлам, ебаный, блять, этот дробовик в этой общаге. Ладно, соберу еще один. И не тяжело. Ебать! Нихуя, сколько их. Сука ты, блядь! Ебать, типы нафидели. Ебать, они нафидели, ёб твою мать! Ебать. Бля, вы прикиньте, сколько звезд совпало. Я на скелете. Они запушили скелет. А у меня пираньи как бы. Это просто столько совпадений. На таком лаке сейчас все это произошло. Он умер? Да верни он. Вот этот тип его так развернуло. А, ебать, его развернуло, в смысле? Ебать, я выполнил этот чудовищно мерзкий квест, аж не верится, я до сих пор. Я в предыдущем вайпе пипец как долго его делал, в плане, я не знаю, я ушанок 30, наверное, слил. В этом вайпе я где-то ушанок 10 слил. Все, да, на этом тамога закончилась, 6 ЧВК на скелете, я 7-й. Меня зовут Тамара, я ебать как счастлива. Блять, это проклятие какое-то. Реально, я не могу найти смартфон. Бля, вот бы смартфон и 60-ник. Ну неужели я много прошу? Анал нужно завалить камнем. Анал я дам, камень я не дам. Роксан бой, сделай нам укусно. Нам пока не укусно, надо укусно. Надо ник делать, хмели-сунели. Тогда про Роксан бой будет помогать в каждом рейде.
Он любит хмели сунели. Хорошая приправа, мне нравится. Только шапку продырявила, он, блядь, живой. Не могу найти то, что я хочу найти. Ни ремок, ни смартфона, ни красной лапкарты. Нищая лаба. Тамога. Я же просто привык к локации, если нищая, то говорить лаба. Мразота! Мразота! Ха-ха, мне больше не нужны ушанки. Блин, а я умный. А я реально умный. Мне надо файтиться в общагах, а я бегу полдаем. Квест, кстати, убивать чувака на общагах такой же душный, как и убивать с дробовиком ушанкой. По простой причине. Никто, блядь, не идет в эту общагу. Вот поверьте мне на слово. Никто за этот рейд не придет в общагу. Там сейчас все перехуярят друг друга на стройке и все, рейда кончит. Здарова, жижа, хорошего стримчанского. Чач, мое почтение. Не, братан, хае, это ошибка. А че такую-то хуйню вроде слышал, но сначала не поверил. Сидел все-таки второй. Никто за этот рейд не придет в общагу. Охереть, два чувака. Я не верю. Пришли все-таки. Таминка прям такая уверенная. Большой Джамал. Я голодная. Если я ношу кандибобер, еще не значит, что я женщина. Магон. Смотрю, ты хочешь жить, да? Сразу видно Деда Мороза, который не хочет умирать. Или покажите чувака в общагах, или идите нахуй. Почему нельзя пометить вот здесь? Почему не насока... Нахуй, блять, за эту дверь надо. Может ебашить ее, пока она не отвалится? Фулл стрим ебашим с ноги дверь меченки. Давай, мати. Бля, красивый снег в Таркове. Красиво. Вот ничего не скажешь, бля. Особенно, когда сильный снег, ветер такой дует. Прям вообще кайф. Мега атмосферно. Вот я? Я лично кайфую. За других сказать не могу. Бля, как это красиво выглядит. Я ебал. Да выводи уже. Бля, что-то сегодня как-то подозрительно хорошо идет Тарков. Вот прям, хотя были моменты, конечно. От рейдера в лабе в ухо получил. Пиранья, которая, блядь, на 25 метров меня шотнула в голову. Ну мёд, ну сука, мёд, блядь. Тоха уже ебашит дрова.